Уважаемые коллеги, на заседании Совета депутатов присутствует 8 депутатов. Отсутствуют депутаты Комиссарова и Ткач. Необходимый форум для открытия заседания Совета депутатов имеется. Предлагаю начать работу Совета депутатов. Прошу голосовать, кто за, против, удержался. Решение принято единогласно. Заседание Совета депутатов объявляю открытым. Уважаемые коллеги, на заседании Совета депутатов сегодня присутствует Козельская Валентина Дмитриевна, глава управы района Орехово, Борисова, Южная, города Москвы. Лев Вера Ивановна, первый заместитель главы управы района Орехово, Борисова, Южная, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Айнулина Гульнара Шамильевна, заместитель главы управы района по работе с населением. Салычев Вячеслав Александрович, исполняющий обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово, Борисова, Южная, представитель районной газеты, жители нашего округа.